Добрий день. Говоримо сьогодні з лікарем-дерматологом вищої категорії Наталією Володимирівною Алтенник. Ми обговорюємо бородавки, папіломи, кондиломи. Наталія Володимирівна, розкажіть, будь ласка, як вони взагалі виникають? Що є причиною виникнення бородавок, папілом, кондилом? Добрий день, Тетяна. Всі ці заболівання визиваються папіломовірусом чоловіка, яких существують около 150 штамів. І кожен штам клінічно визиває іншу картину. Тобто, якщо це штам 4-го типу, це будуть бородавки на ладонях, на підошвах, на пальчиках. Якщо це штам 16-й, 11-й, 6-й, тогда это могут быть остроконечные кондиломы, которые расположены на половых органах, на генитальных частях тела, на пенисе, на больших половых губах. И мы видим остроконечные кондиломы. А вот поясните тогда, в чем взагалі разница между ними? То есть разница саме в месте знаходження, чи там є ще якісь нюанси? По сути своей, бородавки и то, и то. Остроконечные кондиломы – это тоже бородавчатые разрастания. Но действительно разница в том, что кожа на гениталиях более мягкая, и поэтому вирус начинает вызывать вот именно такие характерные заболевания, как остроконечные кондиломы. Это конусовидные сосочковые формы, такие мягкие новообразования, небольшие, которые находятся под волосами, если это лобок, на пенисе, и много могут манкироваться под простую сыпь или прыщ, как говорят люди, простой прыщ. Но потом при длительном заражении и протекании этой инфекции может травматизация кондилом, и тогда выходит специфическая такая жидкость, которая очень много вирусов, обломков этого вируса, и распространяется по разным анатомическим областям человека. Например, если первичная кондилома на пенисе, то потом это может быть перианально или это может быть в районе промежности, и человек сам себя перезаражает. Вот таким способом появляется остроконечные кондиломы. То есть, смотрите, если, например, у пациента есть кондилома або бородавка, то это значит, что он є носій вірусу папіломи людини. Так. Я зрозуміла. А які тоді способи зараження? Тобто це статевий шлях, контактно побутовий чи який? І чи може, наприклад, якщо ми говоримо про статевий шлях передачі, чи може захистити презерватив? Остроконечные кондиломы вынесены Всемирной организацией здравоохранения в венерические заболевания, потому что преимущественно передается половым путем. Презерватив не всегда защищает от этой инфекции, потому что если, например, у партнера или у партнерши после бритья осталась микротрещина на лобке или в паховых складках, и после полового акта может произойти заражение папилломовируса 6-го, 11-го типа, что потом в течение не сразу, а через какое-то время может проявиться кондиломами, остроконечными кондиломами. Вирус встраивается в геном носителя человека, потом начинает продвигаться к верхним частям кожи, потом начинается неконтролируемый рост клеток. Одна кондилома, вторая кондилома, третья. Со временем они становятся как морская капуста и довольно-таки обеззараживает внешний вид и человека, и в дальнейшем приносит очень много беспокойств. Добре, а бородавки тоді як вони передаються? Бородавкой точно так же можно заразиться контактным бытовым путем. Вирус папиллома человека очень любит влажную среду. И если в ванной комнате влажный пол, вы пришли в гости к подруге и босиком прошлись по влажному полу, а у вашей подруги тоже есть подошвенная бородавка, а вы, например, были после педикюра и осталась микротрещина, тогда при контакте может появиться бородавка и, к сожалению, и, ну, не у вас, и у подружки. Так. Тобто все-таки контактно-побутовий шлях, і там в басейнах так само можна інфікуватися, зрозуміло. А скажіть, будь ласка, тоді людина бачить прояви, бачить симптоми, тобто бачить цю бородавку чи кондилому. Це звертатись потрібно до дерматолога, і яким чином проходить діагностика, лікування, ці нюанси?
Звертатися потрібно к дерматологу, к дерматовенерологу. Лечение папилломовирусной инфекции не существует. И все лечение направлено только на усиление общей сопротивляемости организма, поднятие иммунитета. Для этого нужно что? Для этого желательно воздержаться от вредных привычек, следить за гигиеной своей обуви, всегда пользоваться своими тапочками, если это бассейн, ванна. Что это, как превентивные заходы? Превентивные заходы, так. Але дивіться, якщо, наприклад, от вже є ця кондилома, чи призначається якесь симптоматичне лікування, там мазі, таблетки, якісь уколи, чи нічого? Всемирна організація здравоохранення рекомендує всі новообразування, визвані папілломовірусом чоловіка, удаляти, тому що в кожному новообразуванні знаходиться дуже велике кількість папілломовіруса. Их нужно удалять, и в течение 2 лет происходит элиминация вируса. То есть организм все равно справится, если нет у человека иммунодефицитных ситуаций, если ВИЧ, то тогда организм сам справится. Но на протяжении этих 2 лет лучше те, которые появляются, маленькие новообразования, своевременно удалять. Обращаться к врачу, к дерматовенерологу, к дерматологу, и потом потихоньку все-все пройдет. Тобто потрібно бути готовими до того, що може бути рецидив, правильно? Так, да, дійсно, рецидив возможен. І після того, як удалити, наприклад, у пацієнта було багато кількість папілом, кандилом, бородавок, удаляємо зараз все, чоловік абсолютно нормальна, чиста кожа, але через місяць, через 2 може бути рецидив. Этот вирус может опять продвигаться к дерме и вызывать папиллому, кандилому. Мы опять должны ее точно так же удалить. И потихоньку, постепенно организм вырабатывает специфический ответ, и уже тогда папилломы и рецидива не будет. Зрозуміло. А от видалення, ще таке питання, це радіохвильовий ніж, чи кріодеструкція, чи це вже все-таки лікар вибирає? Методику лечения выбираем вместе с пациентом. Вариантов в нашей клинике очень много. Это и криодеструкция, замораживание жидким азотом, это радиоволновое удаление, и кюретаж. Кюретаж? Кюретаж – это выскабливание остроконечных кандилом, либо бородавок, если они маленького диаметра. Это менее травматичный способ, но не такой популярный, скажем так. Тут нужно больше раз посетить врача и больше потом заниматься процедурой удаления. А скажите, пожалуйста, чи може бути превентивним заходом вакцинація проти папілломовірусу людини? Да, конечно, это самый лучший метод, который сейчас представлен в медицинской практике. Вакцинация, которую можно провести желательно у мальчиков и у девочек до начала половой жизни. Это во многом снижает риски заболевания и инфицирования. И даже если будет инфицирование штаммами 16-18 тип папилломовируса человека, то уже у человека, у ребенка будет иммунный ответ на этот вирус. И уже не будет заражения, не будет клинических проявлений. И во многом мы можем избежать болезненных уже реакций на папилломовірус чоловік. Зрозуміло. Дякую вам за корисну інформацію. Спасибо. Дякую за перегляд. І бажаємо міцного здоров'я.